акселератор – это тот драйвер, который помогает развивать бизнес каждого резидента и в целом предпринимательскую историю в нашей стране. Меня зовут Дмитрий Сергунин, я являюсь основателем и продюсером онлайн-школы астрологии. У меня сразу была установка, что я буду делать свою онлайн-школу руками сотрудников. Я поручил им смотреть все занятия, проходить и делать все домашние задания. Прошло где-то полгода, ну и, как вы понимаете, онлайн-школы так и не возникло. До тех пор, пока я не пересмотрел свои взгляды и не понял, что мне нужно самому растить этого ребенка, это детище. И шаг за шагом начал выводить свой проект уже в какое-то серьезное состояние. Но меня многие вещи вдохновляют, конечно, и в первую очередь вдохновение я черпаю в своей семье. Главным основным вдохновителем является моя жена, это Маргарита, которая всегда заряжает меня своей энергией, дарит мне незабываемое ощущение и то самое настроение, с помощью которого можно и легко идти сворачивать горы, преодолевать препятствия и побеждать всех и вся на своем пути. Я не знаю, как так получилось, но благодаря работе с акселератором я научилась считать все показатели. То есть для меня раньше это был какой-то космический космос, сейчас я знаю, сколько стоит у меня подписчик, клик. Все эти вещи я знаю, и когда мы нанимаем нового подрядчика, я могу четко ему сказать, что нам от него нужно. Что нужно для того, чтобы стартовать? Первое, сказать: да, я хочу, мне это кайфово, мне это нравится. Второе, точно нужно иметь опытного наставника. Для меня этот вопрос закрылся целой командой, которая продолжает меня двигать вперед, и все мои проекты – это команда акселератора. Само слово «акселератор», понятно, это то пространство, где, попадая куда, ты постоянно сталкиваешься с теми вопросами, которые позволяют развиваться твоему проекту. Ценность акселератора заключается в очень понятной и четкой структуре. Я тоже, как и Дима, очень много учусь, очень много курсов. Реально, когда урок занимает 9 минут, и после этих 9 минут я могу нажать на паузу и начать делать. Хочу быстрее, могу проходить все быстрее. Хочу медленней, окей, могу тормозить. Это мой выбор. Ценность не только в тех материалах, в тех знаниях, как запустить онлайн-школу. И сейчас фаза роста у самого акселератора, у огромного количества резидентов этого акселератора. Все стартуют эти ниши, все стартуют свои онлайн-школы. И, в принципе, этот тренд сейчас в мире очень популярен. Поэтому нужно взять и сделать это прямо сейчас. Вот. Но в целом, если у тебя, например, нет четкой ниши, ты не понимаешь свою экспертность, то в рамках акселератора выбрать эту нишу вполне возможно. Результат акселератора – это результат их ученика. Это работающая онлайн-школа. Там не один эксперт, там не один человек, с которым я не могу там синхронизироваться по времени, и это целая система, которая работает, то тут вариантов двигаться и развиваться гораздо, возможностей гораздо больше. Большое для меня значение имело как раз личное знакомство с Сережей и Димой. Это, наверное, было ключевым решением двигаться именно с акселем. Без акселератора я бы не решил первое, не начал бы делать, потому что я слишком много знаю, и как многие люди, которые не делают, они очень много знают, но ничего не могут сделать, потому что сложно сделать первый шаг, когда ты знаешь это, но не понимаешь конкретно, что делать. А без акселератора я бы не имел того круга общения, тех экспертов и продюсеров, и того опыта открытия других онлайн-школ. Это все возможно только вот в таком большом масштабном проекте, как акселератор. Я всех вас приглашаю в акселератор для того, чтобы пройти этот бомбический, интересный, увлекательный, творческий, сложный, но очень интересный путь обучения и развития своего онлайн-проекта вместе с командой акселератора. Приходите, вписывайтесь без раздумия, делайте свой результат и будем общаться, встречаться на пространстве уже в качестве резидентов акселератора.